Посмотрим, насколько быстрым будет этот финал. Пока что 42 килограмма был самый затяжной финал. Дополнительное время более 10 минут боролись, почти 12. Сейчас в партере попытки перенесенного удержания. Есть возможность, но это такое интересное положение. Сейчас посмотрим. Там ногу держит. Да, захват ноги, конечно же, здесь удержание не будет зафиксировано. Спортсмен поднимается в стойку. Попытался сейчас действия, но пока не приносит результат, переводит в порядок кимоно. Попытки сделать не дотянул руками, не сделал удушевый, не остановился. А вот сейчас в партере есть возможность перенести дойку в красной повязке, но защиту закрыл неплохо, что потом время получил, но поднимается стойкой дойка. Вот это хорошая атака, посмотрите. Неплохо сейчас кофе позвольте делать. Посмотрим, что если делать пока быстрее рутина нет. Неплохо, очень резко атаковал. Стрешные контратаки. А вот здесь, пожалуйста, есть атака, да. Фиксация удержания, я думаю, что здесь вероятность того, что удержит на лице, на вторую оценку вожали в лица. Вот хорошее было выполнение этого. Пожалуйста, спортсмен из клуба города Старый Заборы. Люди раньше, как называется, спортсмен Николов Александр, человек чемпион, за свою фигуру до 40. Чемпион категории 60 килограмм Александр Николов, номер